хорошие отношения зависят от умения чувствовать своего партнера. Он уже далеко не мальчик, но до сих пор не понял, кем хочет быть. Обычным врачом или безумным ученым. Если мы соединим два человеческих мозга, наш аппарат сделает невозможное. Подойди на минутку. Я хочу кое-что проверить. Что за... Ты Андрея, да? София? Не знаю, как так получилось. Мы должны были только узнать мысли друг друга. Кажется, мы поменялись телами. Черт, у меня есть вагина. Ты ничего нового не заметила во мне? Чертовы колготки! Поприветствуем нашу ведущую Софию Валента. Господи, она сошла с ума. Мои поздравления. Снимаем. День кошмарный. Значит, я сплю с нашей няней? Ты спрашиваешь меня? Смотри, это я, Андреа. Тут большая ошибка, тут очень большая ошибка, вы понимаете? Ты отнесла адвокату наши бумаги для развода. Откуда ты это узнала? Увидела. Как твое воспоминание? Я не хочу оставаться с человеком, который меня предаст. Вы единственная нормальная пара, которую я знаю. Вы больше не видите друг в друге то хорошее, что видели раньше. Я скучаю по тебе, по нам прежним. Какая, черт возьми, разница? Хочу остаться женщиной.